Сегодня у нас 12-е уже. Четверг 10-го прибыли. 12 октября. Суббота. Вот. Поднимает. Все, последнее. Вот теперь Володя собрался, вчера печку чистил, собрался помыться. Ну и остановился, говорит, уголь везут. О, у меня голубь. Какая красота. Вот вишни, какой свет у ней. Березы, елки, калина, яблоки, виноград. Ну, засохло, не засохло, за морозом-то пришибло. Вот она какая, калина. Калина с медом. А калина, а мед говорит, я и без тебя сладкий. А это вот виноград. Нынче много было винограда, собирали, ударило его морозом. И он... Присох. Так, я маленько сейчас здесь, вот здесь нашел кисточку одну. Тут дроботы, говорит, все время ели. Вот она. Все собрали. И мы маленько собрали тут. Так, не видно еще голуби-то. Это калина весь со всех сторон. Вот она где. Скворечник там у нас упал. Елка. Машина пришла. А тут у нас сидят кошечки черные, нищие. Кормим их. Это. Маленькая машинешка. Это дороже намного обходится уголь. Ну, уголь хороший. Ждем батюшку, приедет, рассчитать все надо. А все батюшка оплачивает. Люди. Дрова еще есть. Роман Малыш прислал тогда. Спасибо, Господи. Помощь нужна? Нет. Нет, видишь как. А то я сейчас разденусь, да. Вов. 6 тонн 20 тысяч. А? 6 тонн 20 тысяч. Здесь 6 тонн? Нет, привезет 6 тонн. 20 тысяч? Да. А сколько на там, а там самому, если вывозить бы, сколько стоит? Ну, где-то, я не знаю, сколько, 450, что ли, за доставку берет. Ну, понятно. У меня же льгота, как репрессированного, каждый год 1,5 тонны.